Я приветствую всех, друзья, на своем канале. Одесса, 7 марта. Буквально только что, 14:09, началась третья воздушная тревога за сегодняшний день. Я нашел себе безопасное место, укрытие, так сказать. Вот. Здесь вот так можно спрятаться аккуратненько и сидеть. Значит, тревога все так же. Из-за взлета истребителей МиГ-31. Сегодня задолбали они уже взлетать. Что-то, судя по всему, они задумали. Что-то, судя по всему, затевают своими взлетами. Я не думаю, что просто так они сегодня третий раз за день взлетают. Вот, угроза очень высокая. Поэтому огромная просьба ко всем. Будьте бдительны и лучше находитесь в безопасном месте. Вторая тревога у нас была совсем коротенькая. Быстро закончилась. Как будет проходить эта тревога, не знаю. И будут ли пуски ракет, тоже никто не знает. Но, тем не менее, тревога объявлена. Тревога по всей стране. Угроза ракетного удара есть. И стоит на нее реагировать. Я на связи, друзья. Как будет обновляться информация, сразу буду сообщать. До встречи. Всем пока.